Всем привет, друзья! Сегодня лимонный день, и я решила приготовить лимонный курд. Лимонный курд – это такой очень вкусный и очень нежный лимонный крем, который широко используется в кондитерском мастерстве. Давайте начнем! Итак, натрем цедру лимона. В цедре лимона содержатся эфирные масла. Думаю, столько цедры достаточно. Я натерла только желтую часть цедры. Белую часть не натираем, потому что она дает горечь. Достаточно. А теперь будем выжимать сок из лимонов. Уберем терочку, она нам больше не понадобится. Покатаем лимон. Это чтобы сок легче выжимался. Вот, а теперь разрежем. Запах божественного лимона. Вот у меня такая же желтая соковыжималка. И давим. Из трех лимонов я выжала 100 мл сока. В емкость отправляем 4 куриных желтка. Желткам отправляю сахар. Размешиваем венчиком до растворения сахара. В емкость отправляем цедру. Кукурузных крахмал, соль и сливочное масло. Перемешаем немножко все это. Сюда отправляю лимонный сок. Немного размешаю и отправляю на паровую баню. Постоянно помешиваем нашу массу венчиком. Держим мы нашу массу на паровой бане до ее загустения. Температура должна доходить до 85 градусов. Мой крем загустел. Готовность крема проверяем следующим образом. На тыльную сторону ложки набираем крема. Ждем, пока остынет, чтобы не обжечь свои руки. Подуем. И надо провести пальцем. Вот так. Если эта полоска не затягивается, значит ваш крем готов. А если затягивается, то надо еще доварить. Полоска на моей ложке не затянулась. Это значит, что мой крем готов. Убираем крем с огня. В миску набрала холодную воду. Туда отправляем лед. Теперь крем остужаю в ледяной воде, чтобы на ней не появилась некрасивая корочка. Следующий этап. Процеживаем наш крем через сито. Это для того, чтобы цедра, косточки или комочки остались на ситечке. Помогаем деревянной ложечкой. Процедила весь крем, а теперь давайте попробуем его. Это очень вкусно! Такой крем можно есть хоть каждый день, намазав на хлебушек. Будет просто идеально. А теперь давайте перельем наш кремушек в банки.
У меня есть вот такие красивые маленькие стеклянные банки. И сейчас я их перелью. Переливаем. Немного напоминает мармелад из Паддингтона. Закрываем. Друзья, я перелила свой лимонный курд в баночки. Из данных ингредиентов у меня получилось 3 баночки по 100 мл, в итоге 300 мл лимонного курда. Этот лимонный курд я использую при приготовлении лимонного чизкейка, который вы увидите в следующем видео. Не пропустите! Всем спасибо за просмотр! Всем пока!